Я вам все время показывал свой завтрак. Это яблоки, сок я давлю. А сейчас я сделаю завтрак. Это у меня будет чай травяной. Очень душистый такой. Разнотравье, собранное с гор Кавказа. Смотрите, я всего лишь навсего вот такую вот беру ложечку, закрываю, чтобы душистость не уходила. Вот эта уже душистость говорит о том, что здесь огромное количество фитонцидов. Вы понимаете, что такое фитонциды? Это те летучие вещества, которые очищают все пространство вокруг от разного рода вирусов, микробов, грибков и прочего. То есть растение делает так, чтобы вокруг себя пространство подготовить для своей собственной жизни. И вот это вот богатство разнотравья мы с вами будем использовать. Кружечка из китайской галины. У меня тут две такие кружки. Кружка. Такой ведерочка с дырочками. Сыточка. Завариваем примерно минуты 3-5. Далее используем мед. Мед у нас майский. Это предыдущего урожая. Ложечка серебряная. Серебряная. Используйте серебряную посуду. Если вы дорожите своим здоровьем, у каждого человека должна быть своя личная ложка и вилка. Видите, ложка и вилка у меня с вензелями. Это мои. Плюс вот такая вот. Чайная ложечка. Более того, у меня есть и походная ложечка. Сейчас я вам ее покажу. Вода закипела. Заливаем. Накрываем. 3-5 минут наставим. А сейчас я вам покажу свою ложечку походную. Моя сумочка. И вот здесь у меня имеется ложечка, видите? Также серебряная ложечка. Походная ложечка. В кафе и прочих местах общественных я пользуюсь вот этой ложечкой, мешаю там. Пока настаиваем. Ага. Это я смотрю, что вижу. Люблю всевозможные силовые труки. Труки люблю. Ну, практически 20-килограммовая бутыль с водой. Опа! На папа! Раз! Два, три,
Есть. Так, между делом. Смотрите, завариваем травяной чай. Примерно как ориентироваться. Мы с вами положили траву, залили ее кипятком. И вот она у нас. Отсюда, конечно, не видно. Была залита, поднялась вверх. Я ее закрыл крышечкой. Настаивание произошло. И трава опустилась вниз. Видите? Все это говорит о том, что заварка, та, которая мне необходима, вот знаете, чтобы выделились вот эти самые первые летучие вещества, наиболее, так сказать, насыщенные фитонцидами, произошла. Поэтому все это как раз говорит о том, что закончено. Вся остальная трава остается вот здесь вот. Добавляю сюда ложечку меда. Некоторые скажут, что там под действием теплоты что-то там разрушится. Не возражаю. Разрушится, но большая часть останется. Это важно понимать. То есть можно делать все там, подождать там. Как говорится, по всем правилам. Но мы же с вами не профессионалы. Нам надо все побыстрее. Вот поэтому и приходится. И вода уже практически охладилась примерно до температуры, ну, где-то 42-43, наверное, градуса. Это не та температура, которая разрушает все. Можно для большего охлаждения еще вот так сделать. И человек может пить только тогда, ну, нормальный человек, когда температура не выше где-то 45 градусов. При этой температуре полезные там вещества уже перестают разрушаться. Далее. Я сейчас выпиваю чай. В некоторых случаях даже этого достаточно, и это весь мой завтрак будет. Но, так как я еще занимаюсь, жена приготовила мне кашу. Пшеная каша. Пшеная каша способствует еще тому, что очищает почки. Вот это очень интересная вещь. Поэтому я буду использовать в завтраке ставим еще пшеную кашу. Пшеная каша как раз тепленькая. Можно немножечко добавить соли. Это будет то, что надо. Масло, соль и пшеная каша. Люди любят, чтобы все было сладенько. Сладенькое вот я использую. Что касается каши, для того, чтобы она прекрасно усвоилась и дала то, что вы от нее хотите, не добавляйте туда никакой сладости. Ни меда, ни сахара, ни варенья. Все это будет препятствовать нормальному расщеплению крахмала. Поэтому каши должны съедаться вот с солью, там еще с чем-то, но только не со сладостями.
Хорошо. И вот эти вот травки, как раз, которые тут есть, они душистые, способствуют лучшему желчеотделению, рыхлят желчь. В некоторой степени уничтожают там вредную микрофлору, в какой-то степени. В большей степени этим занимается тмин. И как раз с метком, мед служит конем, на который вот эти все биологически активные вещества, вышедшие из травы, садятся на этот мед и разносятся по всему организму. Так как я погулял, у меня завтрак получается поздний. Сейчас уже 10 часов 30 минут. Хорошо. Очень важно еще прогреть. Нутро прогреть. Прогревается желудочек. Тем самым улучшается пищеварение. Ну и все, что вокруг желудка. Там печень поджелудковая. Тонкий кишечник и так далее. Что касается употребления слишком горячего, может ожечь пищевод. И потом начнутся проблемы. Хотя некоторые пьют. Старайтесь все делать сами, своими руками, потому что вот на этой кружке была такая крышечка и такое ситечко. Домочадцы разбили. Соковыжималку я никому не доверяю. Блендер тоже. Потому что у них такие руки, что ихних рук, особенно дочери, техника панически боится. Сразу все ломается. Итак, движение номер два. Каша. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!